Иногда во время моделирования нужно из уже готового объекта, вот, например, так, мало полигонов, сейчас добавим 3, 3, 3. Вот. Допустим, вот у нас будет вот такой вот объект. И нам нужно будет выдавить только один полигон. Создавать дополнительные полигоны или просто вытаскивать его как-то, а потом соединять с самим объектом, это просто сложная, ненужная работа, это абсолютно никому не нужно. Для простоты создаем, делаем, точнее, из объекта редактируемый полигон, точнее, конвертируем его в это. Потом выбираем полигоны, выбираем нужный нам полигон, и есть функция Extrude. Ее можно применять даже к сплайнам. Можно нажать на кнопку Extrude и вручную выдавливать, вталкивать, там, как вам угодно. Но я обычно пользуюсь маленькой кнопочкой Settings, которая находится рядом с кнопкой Extrude. Здесь я могу регулировать выдавливание. Плюс ко всему эти параметры сохранятся на следующие. Вот. Наш полигон остался выделенным быть. Я нажму опять на эту же маленькую кнопочку опять. И абсолютно расстояние между вот этими гранями, вот этими гранями, точнее, вот этой гранью, и вот этой гранью, и вот этой гранью, и вот этой гранью абсолютно одинаковые, потому что настройки здесь сохраняются. Так, ну а теперь можно еще его здесь вот взять, точно так же и выдавить. Вот. Обязательно нужно нажимать на галочку, иначе результат не сохранится. Вот так, пожалуйста.